Ну, теперь традиционная рубрика «Без происшествий». Слово Илье Кошкину. Царапины на пластике в автомобиле, как же они надоели, портят эстетический вид машины. Это «Без происшествий», и сегодня мы проведем эксперимент и узнаем, как же от них избавиться. Мы попробуем несколько способов. Первый из них – обычная зажигалка, второй – домашний фен, ну и третий способ – это профессиональный строительный фен. Вначале испытываем зажигалку. Царапина есть? Пробуем. Вводим аккуратно. И пробуем подплавить. Зажигалка не работает. Чуть-чуть замаскировала, но все же больше подплавила пластик. Второй способ – домашний фен. Выставляем температуру на максимум и пробуем замаскировать царапины. Лучше использовать фен по назначению, ведь с царапинами он не справляется. Ну и заключительный способ – профессиональный строительный фен. Выставляем температуру почти на максимум и пробуем. Главное не переборщить и не расплавить пластик полностью. Строительный фен работает, но вам придется потратить много времени, чтобы замаскировать все царапины. Ну и если у вас нет фена, нужно его обязательно будет купить или взять у друга. А если вам не хочется всем этим заниматься, то можно отдать ваш автомобиль специалистам. Тогда они смогут решить вашу проблему. Ну или просто можно поменять пластик. Меня зовут Илья Кошкин, это рубрика «Без происшествий».